Я заметила, зубы-то, они очень любят маленьких детей. Когда приходят дедушки, бабушки с детишками, наши малявочки вот так сыпят зернышки. Они подплывают все, вот прям издалека, вот такие вот подплыли и крылышками машут. Настолько это красиво. В общем, нам надо сохранить вот эту красоту. Озеро Собур любят не только обитающие в нем утки, но и местные жители. Наталья Лисенкова живет неподалеку более 50 лет и об истории водоема знает практически все. Говорит, природное озеро в 1888 году расширил и углубил купец Тамашев. Задача современников – сохранить водоем в надлежащем виде. Каждую весну местные жители совместно с волонтерами выходят на субботник, чтобы собрать мусор с берегов. Но в этом году из-за пандемии коронавируса уборку пришлось перенести на лето. Здесь били родники, здесь жили люди этим озером. Собирали здесь ягоды, травы, пользовались родниковой водой. Родник у нас сохранен, но его только надо облагородить и пользоваться им. И это очень важно, потому что это вот как оазис в пустыне, вот наше озеро, понимаете? И жители, очень многие жители согласны с этим. Вот все активисты, мы и держимся, вот знаете, на добром чувстве, на том, чтобы мы вот передали вот этим детям, нашему будущему поколению. Косят траву, убирают мусор и облагораживают берег представители администрации промышленного района, Волжского казачьего войска, местные жители и волонтеры. Для нас, как для молодого поколения, очень важно заботиться об своей окружающей среде, потому что это места, где мы живем, и, соответственно, мы хотим жить в чистых, ухоженных местах. И мы готовы сделать практически все для того, чтобы сделать мир вокруг себя немного лучше, чище, и как раз эти сохранить его уже в таком виде для будущих поколений. В акции «Зеленая весна» приняло участие около 50 активистов. Если каждый житель совместно, может быть, с администрацией, совместно с общественными организациями хоть малейший какой-то вклад внесет в благоустройство этой территории, то это, безусловно, способствует развитию и самой территории, ну и как-то сплотит людей. За несколько часов работы активисты очистили весь берег озера, привели в порядок около 300 квадратных метров территории. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.